Для них закон и честь – не пустые слова. В течение 2 лет эти ребята проходили программу подготовки будущих стражей правопорядка, изучая основы работы в правоохранительных органах в классе будущих полицейских. А сегодня 15 школьников получили удостоверение прохождения дополнительной программы в центре «Романтик». Для этого, собственно говоря, и мы создавали этот класс, чтобы привлечь внимание к этой профессии, рассказать разнообразие этой профессии, о ее нужности, необходимости и сложности, чтобы вы своевременно разобрались в этом, и чтобы у нас тоже не было случайных людей. Даже если вы не пойдете служить в полицию, зато мы, наверное, сможем при наличии вот этих правовых знаний обозначить, чтобы вы смогли сформировать активную жизненную позицию. Кто-то из вас выберет для себя данную профессию. У кого-то останутся просто воспоминания и хорошие знания. Потому что знание законов в наше время – это очень важно. Класс был образован в 2013 году по инициативе ветеранов милиции на базе центра «Романтик» при поддержке районной администрации межмуниципального управления МВД России «Щелковская». За время работы класс выпустил более 40 человек, включая выпуск этого года. Многие из ребят решили посвятить себя служению Отечеству. Некоторые обучаются в Московском университете МВД России имени Кикотя, а также в средних профессиональных учреждениях страны. Я очень благодарен всем тем, кто стоял именно у истоков создания этого направление, потому что, уважаемые выпускники, я вам что хочу сказать, те знания, которые вы получили, они вам очень и очень пригодятся. За годы обучения ребята под руководством своих преподавателей осваивали предметы правовой направленности, доврачебной помощи, также участвовали в различных патриотических мероприятиях и спортивных соревнованиях. Важно отметить, узнать о всех тонкостях работы в правоохранительных органах ребята могли лично от людей, которые не понаслышке знают о непростой, но такой нужной профессии. Ветеранов милиции, а также сотрудников различных подразделений межмуниципального управления МВД России «Щелковская», встречи с которыми в течение учебного процесса стали традицией. Я хочу поблагодарить всех создателей и преподавателей. Спасибо вам огромное за ваше терпение. Мы очень рады, что вы дали нам столько знаний. Анна Балиет, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».